voit un toit loin de soi. Et même avec un taf, il n'a pas de quoi. Une location coûte un bras, les banques et l'État ne garde pas. Ça lui laisse le choix, il est sponsorisé par quelque choix. The brother ain't spoke since one of his boys found naked pictures of her undercover and cheating with lies. Believe is in love, it's the artificial company she keeps. We saw him walk across the moon with a handful of stars. Though we felt the loss in June, I knew the man had many scars from how we hung up in our rooms. Had to tear off the wall and shed a tear for the game. The weather man that took us all. Il a le regard vide, le néant dans la tête. Musicale se compte en giga, repose en paix. LCD, LCD, t'inquiète, je dédicace frais. И правда, микрофон выключен. Привет, Юра. Вот, я тут рассуждаю насчет 1, 2, 3 projectile на блоке. Там дырка. И, короче, не знаю я, стоит ли этим пользоваться или не стоит. Ну, типа, надо ли мне конфермить на хите вот так? Блоки projectile, если там все равно дырка. К
круто, что у него колено можно конфермить. Ну, то есть, типа, не первый хит, конечно. Ну, в смысле, не само колено. Но можно буферить колено дэш-панч, а потом нажимать вниз, если в хит попало. Чтобы он ходил быстрее. Вообще было бы просто огонь. Инстаэйр unblockable. Ну да, я тоже так думаю, но просто интересно. Так. Ну-ка, Китана. Вот это же с армором, да? Нет, не это. Ну что, помочь? Wait, а на жопе нет армора? Давай узнаем, можно или нет. Да, можно сесть без блока после ноги. И там минус еще на 1, 2, 3. Так это что же, я должен 1, 2 конфермить, что ли? Ну, типа... То есть фактически я должен делать. Причем дэшпанч-то ведь тоже хай. Ой, что-то не получилось. Угу. Е-е-е. И обычный выпадает. Вот так вот. Так, как там у нее делается армор? ДБ-2? Или нет? Да, ДБ-2. Серьезно? Да ёлки-палки. Да. Так и есть. Сколько моя готча? Фу, не готча, а вот это дерьмо. Дашпанч. Минус 7. Бухай, блевай, дашпанч. То есть я просто буферю всегда дашпанч. И конфермлю, если в хит, то нажимаю вниз. Круто. Что может быть лучше? Блин, опять чат не скроется. Да, можно. А еще можно миксапить.
миксапа. И D3, которая 0 на блоке. D3, 0 на блоке, воу. Ну что такое? Почему не скроллится чат-то? Что я должен сделать, чтобы он скроллился? Поставить другой чат? Ну, похоже, да, но иногда вроде я убираю с него фокус, а он все равно не скроллится. Кусок говна. Интересно, я на мидскрине что-нибудь комплю собрал. Ну и комплю же наверняка. Да, как-то вот так, видимо. Еще где-то в американских турнирах видел от Юпитера какие-то сетапы в углу, он там комбы заканчивает, ну, там, не командником и не гочей. Он делает еще один downward dash punch, и там какое-то неочевидное дерьмо на вейкапе происходит. Но это потом посмотрю. Так, еще хотел бы я посмотреть, чем у нас Jax антиэрит. Как это делать? Да, автокорректы, конечно, уже кика просто говно. Комбить еще можно, наверное, да? Да, можно.
есть надо попасть чуть повыше, например, туда. Фреймдата на B3-4. Минус 5. Зато у меня есть плюс вот тут, но в них в обеих я знаю, что есть дырка. Минус 17, боже мой. Да. Он был меньше. Но это нереально конфермить. Слишком быстро. Я, короче, не верю в то, что я смогу... на полном серьезе сделать, ну, миксапить так, 1-2 оверхед или 1-2-3 оверхед. Мне кажется, что моя гипертрофированная совесть не позволит мне так делать. Привет, Salty Mortal. Salty Mortal. Nice nick. Ну, не знаю. Футси-футси, а потом XDash Punch. И
плохие карты. Да, 1-1, это очень хорошо. Так еще можно ездить. Оп, бам-бам, дым, бам-бам, бам-бам. Нажимать пару кнопок, наверное, за Кэсси чуть-чуть еще. Не стрелял я еще сегодня. Надо пострелять. Кто там маленького роста? Соня меньше всех. Oh, salty mortal. Right now I'm speaking Russian. Well, right now I'm speaking I'm speaking English, but for the most of the time on my stream I'm gonna speak Russian. But of course, if you wanna chat or you got some question, please you can ask it in English, because those are two languages I speak, just English and Russian. Инстанты? Ну, стрелять? Разве что чуть-чуть. То есть мне было нормально и на паде их делать. Особенно если буферить из приседа. Типа, ты же знаешь, Юра, что в МК на вставании есть фреймдата, и можно реально, ну, типа, в приседании буферить инстанты. Вот. А всякие инпуты, которые там вниз-вниз, как у Джакса, или вниз-вверх, как у Джеки, да, конечно, в хитбоксе намного легче делать. Ну, ты можешь сходить сам в практис, попробовать пострелять за кого-нибудь, и потом попробовать поделать вот так. То есть, типа, вот ты просто стреляешь, но видишь, я одним только хитом попадаю. То есть, я уже вроде как придрочился в правую сторону нормально стрелять с места. Вот. Но вот так делать намного легче. Вот. Можно буферить в нормалы. Вот. Оп. Черт. Все. Сглазил. Можно буферить в блок. Прикинь, есть фреймдата на отпускание блока. Типа. Вот это инстанты набуференные в блок. Такие дела. Вот. Ну, я не знаю, тебе, наверное, это не очень важно тебе. Я не знаю, у Кана инстабол он, по-моему, ничего не делает. Но все равно далеко летит, ты не можешь им, ну, чекнуть никак, ничего. Вот, в левую сторону я... Мне удобнее намного там, прям типа намного проще из приседа делать их. Вот.
гарантированно попадает в пол. Я просто, по-моему, мне кажется, я ходил в практис поделать инстаболы, и я попадал, ну, в тело. Ну, то есть, короче, типа, я попадал не пинком уже, а именно самим болом. Но если инстабол гарантированно попадает в пол, то это вообще норм, потому что ты можешь делать там... Ну почему? Гиммик такой, можно же сделать инстабол, потом смиттерберните, получить... Ну хотя можно тогда просто бросить, нифига. Да. Наверное, да, не нужно. Ладно, попросим Соню пострелять. Интересно, кстати, где, вот на таком расстоянии, например, я могу стрелять в ответ? Да, могу. Нет, не могу. Нет, могу. Дерьмо. Привет, Джиллиан Сноу. Я снова в практике пока. Учусь стрелять влево. Буквально, не знаю, минут 5, наверное, может чуть больше. Да. Мне кажется, инстанты такая важная часть геймплея за Кэсси, что вот если стреляешь вот так, как я сейчас, можно просто пикать другого персонажа. Не
так я хотел сделать. Так, как я там начал комбить-то? Чё она не выгапнулась? Ну-ка, Соня. Понятно. Она не может выгапаться, если я ставлю ей шорт выгап. Только так вот она, да, теперь может. Нормально тогда. Мне сегодня чувак пукан порвал, спамер на ермаке, но Саб-Зиро кое-как вытащил, причем мы друг другу последним ударом нанесли в третьем раунде, и добавка пошла. Ну бывает. Ермак, да, такой не очень приятный. Если он вейкается, то я попаду. Интересно, без меня попаду или нет? Нет, не попадаю. А если я буду делать DF1? Смотрим, кто онлайн. Арзу играет Dark Souls. Это я не знаю, кто такой.
никто не играет в МК. Ты опять на стрим попала, дорогая. Что? Куда попала? В камеру ты попал. Наверное. Ну, в таком случае. В таком случае все мы знаем, куда надо пойти. Совсем какой-то джаз играет. Нет. О, найс. Отличная группа Snarky Puppy. Если вы не слышали, то послушайте. Крутой такой фьюжн играют. Да что такое-то? Пожалуйста, интернет. Можно мне хотя бы 3 палки коннект? Ну то есть что, или желтый, или никакого. Харизма. Давайте пойдем вот сюда. Я на Джаксе норм играю. Сразу. Ну. У всех разные представления о норм и не норм. Ну, мой джакс в самом деле прям не готов еще ни к чему. Так, кто видел, какую он выбрал вариацию? Че это я? Не знаю. Так, я хочу напанишить его. Вот, класс. Бим онлайн комбы. Бэкдаш. Не угадал. Ну что, поедем? Поедем. Поедем. Ладно, давай, поехали. Сесть не могу. Окей. Это паниш. Ну, найс. Но он пытался, по-моему. Он же не просто так подсечку делал. Явно он пытался поехать. Это комба. Блин, я так что сделал реверсал. Ха. Интересно. На, ну второй удар я не могу с конфером, уж извините.
По-моему, он только что сказал что-то нелицеприятное в адрес Джонни Кейджа. Че, Юра, как праздники проводишь? Помимо того, что смотришь стримчики по Mortal Kombat. Нам будет, наверное, Street Fighter тоже постримить как-нибудь разок. Хотя, в общем-то, Street Fighter достаточно стримит в LCL. И у него там все хорошо получается. Ну что, все, закончились люди в ранкинге. Ну ладно, давайте тогда вам двоим пока расскажу историю про хитбокс. На последнем турнирчике, значит, у меня же хитбокс самопальный. Типа... он сначала его термин переделал из стика, а потом я туда впаял с коллегой вместе. Йоу! Ну ладно. Sub-Zero, Grandmaster. Вот, а потом я туда впаял платку, и она маленькая, провода короткие, и типа у меня не получилось сначала ее никак закрепить, поэтому она просто болталась там внутри на проводах. Я сейчас отвечу. Я садился. Я не попал. Поехали. Найс. Вот так. Чёрт. Я блочил. The lag. Я рвал бросок в сторону угла. Нет, 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 нет! Фуак! Я садился. Нет, этот раунд мой. Сейчас я... У меня тут напряженный матч с грандмастером Sub-Zero в лагах. Я доиграю, расскажу. Что, будем брекать? Наверное, не будем. Ну что такое?
Все на черное. Yes! Fuck yes! Так вот, значит, плата в хитбоксе, она болталась там просто на проводах, и, видимо, иногда она болталась, короче, контактами вниз, и иногда контакты, в общем, она свисала настолько низко, что контактами касалась дна хитбокса, а оно металлическое, и поэтому, короче, пришел я на последний турнир, значит, кладу хитбокс на колени, и у меня нажимаются 3, просто все время. Я думаю, что за дерьмо? Как так? Что-то испортилось, мы неудачно спаяли, все очень плохо, я не могу играть, придется идти домой и не играть в турнир. Вот. Поднимаю хитбокс с колен, 3 не нажимается. Опускаю снова, нажимается. Оказывается, что джинсы, в общем, проводят электричество, и там образовался контакт. Пришлось, короче, положить рюкзак на колени, хитбокс на рюкзак и вот так играть. Вот. Ну, так или иначе, вряд ли мою неудачу на последнем турнире можно списать на то, что там что-то было не так с хитбоксом. Вот. Ну, вчера я смог прикрутить плату почти на место старой, теперь она держится надежно, теперь вот такой фигни не должна происходить. Да, грандмастер в онлайне очень неприятно, но этот чувак еще не знал, что делает. Ну так, толком. Вот, очень скриптово играл, ну то есть вы видели, да, его геймплан был такой, напрыжка лоу, причем он даже не пытался скомбить лоу. И потом напрыжка, потом снова кроссап, оверхед. Я, по-моему, 2 оверхеда сумел наказать. Там еще типа от ренжа зависит, наказывается у Sub-Zero оверхед или нет. Ну, понятно, что он, если он его с напрыжки делает, то наказывается. Вот. Ну и колес я там наделал таких. Пожалуйста, если Мелина, то давай хороший коннект. Можно? Окей. Хорошо, пойдем в лес. Что, не начнет он со слайда? Я конфернил, сейчас слово. А, он не знает. Прыгает. Давайте попробуем разок сантиэрить. А все равно. Я попытался. А, это ж криоманцо. Да что такое? Я тоже, смотрите, прыгаю. Если взять всех персонажей из всевозможных игр, какому персонажу отдашь предпочтение? А, персонажи файтинга, в первую очередь. Не знаю. Ну, я, в общем, не то чтобы в очень много файтингов поиграл или посмотрел.
Трудно сказать. Ну, в МК, наверное, это будет сектор. Так же исторически сложилось, что я много времени прожил с сектором. И... Хотя трудно сказать, блин, я никогда не рассматривал персонажей файтингов именно как, ну вот, таких... Ой, мы вчера играли с Данте. Таких художественных персонажей. Я, в общем-то, как-то сразу сел играть, ну, типа в спортивную игру. Кинзюцу, да? Хорошо, кинзюцу, да кинзюцу. Ну, вообще, мне очень нравится Evil Ryu из Street Fighter, потому что он такой прям несчастный, яростный, потерянный и очень злой. Драматичный такой очень персонаж. Наверное, вот, типа, если говорить о... Ну, а чё, я не добежал-то? Найс. Вот тебе раз. Окей, да. Ну да, и снова я не прав. Блин, я встал, не надо врать. Я прям уверен, что я встал под этот оверхед. Позволил себе, конечно, D3 в пистолет. Ну, ничего страшного. Нормально. Нифига, далеко. Нет совести у человека. Никакой. Все, это раунд. Вот так вот. Если вы играете в МК, играйте за Кенши, не делайте реверсал на каждом вейке. А лучше не играйте за Кенши. Красным коннектом я играть не хочу. No. Зачем? Ну, в смысле, спамили одной атакой? Это же
тебе на руку, если он играет предсказуемо. Так, давайте я сыграю еще один ранкет для Кэсси. Зачем? Зачем? Не надо так делать. Проиграл, проиграл. Знаешь, какое правильное действие Джиллиан Сноу? Так, а кто прямо сейчас, Джилл или Сноу? Ну вот тебе раз. О, я поблочу. Ну ладно. Ну ты что? Правильное действие — пойти в практис и узнать, что ты можешь делать по поводу той одной атаки, которая тебя убили. Почему он это делает? Ладно, я не прав. Ой. Отличная конферма, просто годлайк. Ага, Джилла. Окей. Вот. Такида, который не знал, что делает. Что он делал не так? Во-первых, он пытался играть против меня гиммиком с отменой телепорта. Таким же можно телепортом не попадать в хит, можно его отменить. И тогда рекавери меньше. Hose in front. So I suppose it's yay and not wow. Hello, hose in front. Так, знаете что? Я сейчас пойду сделаю маленький перерыв, принесу себе кружку чая, и когда я вернусь, поиграем за Джеки или за Джакс, как пойдет. Так что послушайте пока Хироми Уихара, или сходите тоже за чайком, я на 5 минут буквально.
Микрофон я включить не забыл. Да нет, я понимаю, что делать так не есть хорошо, но когда чувак две атаки спамит, это как-то напрягает. Ну, файтинги вот такой вот жанр файтинги. Там, как правило, на все есть ответы. Ну как? Не всегда, конечно, так, но в общем. Когда ты играешь с плохим игроком, который делает одни и те же вещи, то ответ найти не очень трудно, и, ну, приятно же, вот, ты играешь матч, тебя убивают двумя вещами, потом ты идешь в практис, находишь ответ на эти две вещи, идешь играть снова с этим человеком и убиваешь его за то, что он не адаптируется, в отличие от тебя. Очень приятно ведь. Намного приятнее, чем пинать компьютер. Или там... Ну хотя, не знаю, я, наверное, короче, не мне рассказывать вам о том, как не пинать компьютер, потому что я иногда очень эмоционально реагирую на поражение, и вот так я лишился двух падов. Вот, и так я перестал играть ESL, например. Ладно, пойдем играть не за Кэсси. Вот французский рэпчик. Ну да, все правильно. У нас. Так, это был кто? Такида, да ведь? Такида, который делал телепорты. Посмотрим, перестанет ли он делать телепорты. А еще надо помнить, что Джакс помедленнее ходит, чем Кэсси, поэтому просто ходить нельзя. Я думаю, что мне сейчас ходить-то и не нужно будет. Он сам ко мне прибежит. В угол. Найс. Nice. Ах, нам его панишить. Вот те раз. Так, это я соснул, конечно. И раунд отдал. Ну, я думал, что мой армор сработает, а он не сработал. Кстати, один чел заявил, мол, 4 новых персонажа, тра-та-та-та-та, имбы, которые юзают только недалекие люди.
Ну, не знаю, нет. Ну, Кэсси действительно очень сильная. А про Джеки, Токибу и Кунджина я не знаю. Не, ну как? Не знаю. Да блин, нормальные все персонажи. Ну а то, что там почти 30 человек согласились, ну, согласились, и ладно, что тут делать. Вот, дропаете комбы, проигрываете вот таким-то кидом. Ладно, поиграем в костюме Карла Уэдерса. Джеки Брикс. Ой, вот бы коннект был хороший. Если бы был хороший коннект, играть было бы чуть-чуть попроще, конечно, сейчас. Потому что фулл авто, я предполагаю, что ничего кроме хэнд кэнона мы не увидим. Ну давайте, буду рад ошибиться. О, найс, не попал. Боже. Это, кстати, плюс на блоке, по-моему, X-Ray у Джеки. Надо было блочить. Мы только что потрейдились D4 и BF2. Интересно, что будет, если я буду стрелять? Я блочил. Окей. Ух, чуть трудно за Джакса комбить в онлайне. Появился из моих друзей. Нет, этого я не знаю. Не знаю, как он оказался в списке друзей. Так что продолжаем ранкинг играть. Чатик, нет, не сломался. Ой, с ним я играл уже вчера. Не могу вспомнить, за кого он играет. Кейна.
Какого он Кейна выбрал, кстати, никто не заметил. Под сроту, наверное. Нет, команда. Ну ладно, смело. Я блочил. Вейкап. Ну ладно, окей. Через полчаса уже. Отличный паниш минус миллиарда. Найс! Прыжок. Нет. Найс, парень на вейке. Бросим его уже сколько можно. Я блочил. Вейкап. Смотрел ли ты рестлинг и что думаешь? Ну, смотрел, когда мне было... типа... 12. С тех пор нет. Что думаю? Веселое шоу, но сейчас я думаю, что вряд ли что-то заставит меня еще раз посмотреть. Как-то так. Блин, что-то не идет за Джакса вообще никак. Не получается делать то, что надо делать. Надо офлайн поиграть за него. Я думаю, что мы с моей командой Orange Pure в праздники хоть разок-то чё, бодзюцу? Ладно. Вот, я думаю, что мы с моей командой хоть разок-то соберемся в праздники поиграть. И там я наиграю за Джакса вдоволь. Ну и, наверное, у нас в следующую субботу будет какой-нибудь тиминг. Вряд ли турнир. Ну, то есть, наверное, будет просто посиделочки. Обычные субботние. Вот террас. Это что такое? Ой, отлично, я напанишил. Да ведь? Да, да, тут лоу. Да. Нет, иди который угол. Хорош. Ну как хорош, типа, это был, в общем, паниш, но вряд ли оптимальный. Ну что, полетели? Ну ладно. Я блочил сидя. Да что ж ты делал? Ну ладно, что такое? Я делал вейк. Комбы. Найс. Да что такое? Почему я вейкапнуться-то не могу? Ну вот, смог наконец-то я вейкнуться.
ты будешь стримить ваш кемп с командой? Я не уверен. Потому что мы будем собираться не у меня. И я не уверен, что у чувака, у которого мы будем собираться, есть все возможности для того, чтобы это сделать. Ну посмотрим, может быть. Так, что я делал не так в этом матче? Я не блочил. Я не поблочил ни одного B2-1-4, B2-1-D4. Ну, в общем, ни одного лоу я не поблочил. И я не комбил. Видимо, моя судьба — это Кэсси. Brain Dead, Overpowered, Imba Char, которым играют только недалекие люди. О, ниндзюцу. Ну ладно, ниндзюцу. Это интересно. Ладно, не будем бояться ничего, будем атаковать. Отлично. Да, вот это я задумал. Ты не панишь? Телепорт. Да, телепорт. А, да, в этой же вариации. Найс. Думал я, что я еще не в рейнже, а оказалось... Блин, неудача. Против Джима Сабзира хорошо заходит со своей игрой. Ну, заходит, да. Какой битрейт? Что-то какое-то дерьмо написано. Почему-то XSplit говорит мне, что у меня что-то типа... Ну вот прямо сейчас он говорит мне 420, что-то такое. Это как-то не похоже на правду, потому что я выставлял 1500. Нет, 2500 я написал. Вот. То есть типа 2,5 мегабита. Вот.
Ну я там типа выставлял высокое качество, а чё, плохая картинка? Подвисает. Ну, возможно, это опять гудгеймовский рестрим шалит. Потому что я же стримлю на гудгейм, а оттуда рестримлю на Twitch. Вот. И бывает иногда... Ну как, не то чтобы прямо иногда. Бывает, что рестрим гудгейма работает не как надо. Ждем. Поздно я посмотрел на свой лайфбар. Йоу. Да, боже мой, я поблочил. Какой у меня на самом деле безметровый паниш? Ну что, прыжок? Да блин, я поблочил. Далеко достает. Окей, надо было понимать, что у него метр кончился, и он будет делать сейчас что-то. Мне похер, я выпрыгиваю. Отлично выпрыгнул. Ну что, спин? Ну ладно, да, тут я ничего не мог сделать прям. Так, я хочу немного выигрывать, поэтому
Я немного поиграю с Нолл на кейсе. Привет, Дим. Спасибо, Дим, тебя тоже с Новым годом. Так. Ну ладно, снова Суп-Зеро. Совмещаешь работу и турниры, да, конечно. К сожалению, в нашей стране невозможно не совмещать. Что происходит? А, он не знает, что делать, да? Ладно. Ну, пока он не нашел только самую главную кнопку. Блок. Ну, смотрите, нашел. Я сожалею, Red Alex 004, я не заказывал. Я просто инстант запорол. Так вот, Джилла. В России прямо сейчас никто не взял ориентир только на турниры. О, Владимир. Привет, Владимир. Ну чё, ты не насмотрелся, что ли, за год почти уже сколько игре? Сколько? 9 месяцев в игре? Я чё, не все бруталити еще видел. Случайно получилось. Я вообще редко делаю бруталити специально. Потому что... не знаю почему. Даже играя в ранкидах с незнакомыми людьми, редко делаю баталии специально. Видел вчера игры Кингуши с Гарри. Как тебе спешл... как там? Спешл Форсес называется от Гарри. Или Спек Опс. Я видел, я застал только, когда он играл за Соню с дроном. Ну и так, посмотрел. Игр 5. Не знаю. Онлайн. Ничего нового не увидел. Ой, нет. Нет. Да, видел, которая с дроном. Ну, такая не очень приятная вариация. Мне кажется, на самом деле, Кингуша мог почаще телепортироваться на реакцию после того, как Гарри кидал проджектайл. Ну, это самонаводящееся дерьмо. Вот. Ну, в целом, онлайн-плей, что Кингуша, что Гарри. Гарри потом плакался в конфочке, что типа пытается делать офлайн вещи,
и упирается в лаг. Окей, что будет делать этот рептайл? Вот тебе раз. Да, у меня же плюсовая до 3. Прыжок. Найс. Сейчас будет куча боли. Я просто выпрыгивал из угла, потому что лайфа оставалось очень мало, ничего я не мог там себе сделать. Блин. Чем вообще в Америке собрался выигрывать Гарри? Ну, рядами, наверное. Оверхед, мужик, оверхед последний. Он эту вариацию в Америке готовит, что ли? Не знаю. Ну, Скар за Соню с дроном не очень вроде много играет, поэтому есть шанс, что там не знает никто. Чуть я не напанишил ни один клоу от рептайла. Нажимал я туда реверсал колесо, а оно не нажималось. Интересно вообще, на самом деле, Дим, посмотреть, как поиграют Гарри и Сакрон в Штатах. Плохо, Джакс. Не получается в матчах делать то, что надо. Я не то чтобы прям тренирую, так играю пару матчей. Ну и в онлайне что-то очень тяжело, я вообще не комплю в онлайне. Но нет, это, не хочу этот трек слушать. Речь идет, Джилла, о Гарри Найтмар. Это победитель второго сезона ESL. Игрок из Казани, который вместе с Сакроном, игроком из Тулы, поедет вот не далее, как 24 января в Америку на мировые финалы ESL. Вот,
такой Гарри. Мне показалось, или там пиромансы? Нет, кружутся. Ладно. А, господи, это опять прыгающая Таня. Ну ладно. Так. Собрались. Он прыгает, мы антиэрим. Окей? Он прыгает, мы антиэрим. Он летит спиралью, мы блочим паниш. Let's go. Отличный антиэр. Отличный паниш. Ничего больше не будем делать, он прыгает, мы теряем. Ну ладно. Ну что, тогда у него возгорится. Дерьмо, в таком коннекте не получится. Ничего себе, доехал. Прыгает антиэрем. Жопа. Я вставал, конечно, под этот рывок. Это было колесо. Удержался я, начал в него миксапитиком бить. Ну, вы видели, что-то мне очень интересно. Типа я реагирую, я нажимаю колесо, но... Типа коннект не очень, действительно. Не знаю, может быть в нормальном коннекте я бы и... антиэрил все его прыжки, но... такие дела. Я постараюсь завтра позвать поиграть кого-нибудь, кто, ну, умеет играть, чтобы было поинтереснее, хотя как поинтереснее, я что-то не уверен, что я смогу, ну, в общем, что я уже достаточно освоил свой девайс для того, чтобы смотреть на то, как меня убивает кто-то, кто умеет играть, было интересно. Знаете что? Давайте-ка вот так. Должно было.
Да что такое-то? Получилось у меня командник сделать в комбе. Ну ладно, давайте я выстрелю. Еще разок. Найс. Воу-воу. Ну ладно, выкинет он меня из угла этим командником. Да блин, сколько можно? Где будешь есть? Сейчас закинет обратно в угол. Мне насрать, я выпрыгиваю. Хорош. Вот, Владимир, вот тебе бруталочка. Да, Юр, все так. В Женю переехал? Не знаю, я не играл в Женю на последнем вопросе. Кристаллин Тремор. Да, и мульный напальник не мешал бы. Ладно, будем атаковать. Чё, я в конце концов не Кэсси, что ли? Достал. Ну, привет. Нажимал бы кнопку, не умер бы. Ой, я что-то с эту вариацию заиграю. Ладно, будем гамбить онлайн там. Или вообще никаких. Я камней наелся. Автор сценария Ник Лицелас.
Not a thing for punishment. Chesty wins. Вот и бруталити. А чего вдруг пятна пошли? И в этом году дождь был всего пару раз. Как будто все из папье-маши. Хватит. Не люблю ходить по краю. На своих средствах еще никто не разбогател. Я никогда не знал, что с ними делать. А с деньгами? Съесть за мной такое дело. Ты всегда хотел быть землевым. Да. Прошу прощения, Юра, ничего не могу с этим поделать. Нам почему он ни разу не подрубил свой армор на треморе? Ну, потому что, я не знаю, заканчивал комбы подходящим образом. Могилу не заберешь. Только себя самого. Каким бы то ни был. Я всю жизнь... Сделай потише. Сделай потише. Мам, сделай потише. Чикаго, мой старик. Когда я был... Сколько планируешь стримить сегодня? Ну, наверное, еще полчасика. Если можно отказаться, надо отказаться. Только люди пришли. Ну, что ж делать? Йоу. Да что ж, более-менее, 5 человек. Посмотрим, как пойдет. La place 56, mais j'arrive pas à voir ce qu'elle dit. La place 42, pas, mais j'arrive pas à entendre ce qu'elle dit. Je laisse derrière moi mon petit amour. Luis, après ты тренируетесь, как там Кванчи Анжу? Ну, еще вот в новом году ни разу мы не играли. Чем они заняты, я не знаю, я пока их не спрашивал. Но, наверное, начнем скоро. Ну что? Ага. Ладно, этот трейд все еще в мою пользу. Найс. Ладно, я не прав. Йоу, так можно вообще делать? Интересно. Ладно, хорош. И снова хорош. И комбит. Найс. Молодец. Хорош. Недостаточно я плюс отдал. Блин, ну это вот полная ерунда. Ты
Ну ладно, это был не паниш. Хорош! Йоу, я запорол инстант, так жалко. Я в каждом МК думал научиться нам играть на Китане, но каждый раз забивал то на Соню переходя, то на Джейд. Думаю, может в этом МК стоит и больше времени внимания уделить. Они есть, опять же, с Кейси, которые жесткие, и Кейси лучше запарывают. Ну, наверное, Mortal Kombat X поживет еще какое-то время, успеешь поиграть и на Китане тоже. Да, Китана норм. Послушаем еще французского рэпчика. Comme si la seule rime au mot inégalité était fatalité, comme si la seule figure imposée
Ну что-то опять никого нет. Бешеный сутан был с реверсалом среди комбы. Я помню, реверсал был, у нее чейн такой, когда она ножкой вперед улетает. Ну там немножко. Пони Бау. Это же наш русский игрок, кстати. По-моему. Мне через полмесяца 29. Не секрет. Don't whiff. Ну, я не прав. Окей. Ну, угло. Давай. Надо блочить. И не прыгать. Черт, окей. Ну что, панишь? Хорош. Решил метр не тратить. Блин, ну я нажал же реверсал. Ну да, это чип. Да, сори, сори, гайс, я тут тоже сам прыгнул, на самом деле. Не успел. Он выбрал самую неправильную опцию. Мне бэкдэшился я. Смотрите, экс на панч. Я блочил. Ох, вот это да. Камбэк Израиль. Йоу, это напрыжка. Ладно, я сам виноват. К тому же так можно и с послабее следить. Ты из 2-1-2 после матпанча. Не понимаю, Дима, что ты говоришь. После обычного? После обычного надпанча, ну, там зависит, короче, от того, насколько высоко ты поймал. Привет, Трикстер. Мне кажется, тебе не стоит на стриме забивать, голос у тебя приятный. Да, камбэк Израиль просто, да. Скилл отменный, и ведешь хорошо. Спасибо, Джила. Ну, я вроде как и не собираюсь прям совсем забивать. Ну, если я, короче, заканчиваю Дима комбу в B1-2 на панч, то там типа плюс 5 максимум. И я, ну, типа, самое безопасное, что можно сделать, это бэкдэшнуть вообще. А вообще я проверяю с D3. А когда B1 на панч, ну там варианты. Но мне нравится B2-1-2, потому что она там куча времени на конферм. Вот. Ну и люди, вот видишь, не блочат лоу.
Послушаем японский джаз. Давайте сыграем один матч на Джеки. Ой, коннект из жопы. Не смогу я, к сожалению, сейчас ничего, видимо, показать, потому что коннект я прям вот на экране выбора персонажей почувствовал, что вообще не очень. Я рад ошибаться. Ошибиться. Рад буду ошибиться. По-моему, все очень плохо. Да. Ну ладно. Лол, как это вообще вылезло? А, Трикстер, да это мем такой в русском Fighting Games Community. Получилось фаталити. Опять не получилось. Может, поближе надо? Да, поближе. Крутой, кстати, вот этот фаталити. Не скорпа. Что язык так дергается? Ужас. Дома казино уже дважды заложено. Больше нет ни хрена. Так вот в чем дело, Фрэнк, почему ты хватит? Я все понял. До гроша. Это было... Ну, Дим, почему ты так прям лагающий, давный? Нет, это PS4. Фрикстер. Как умеет, так и играет, чё. Нравится на Скорпионе играть, играет. Это ж не его проблема, что я не могу в лагах телепорт показать. Моя проблема. Это ничего не говорит о его умственных способностях. Да, PS4. Но редко пересекались в этом смысле.
Так, какая там вариация? Я тут заметил. Сэр, у вас не осталось случайно фотографии с этого времени? Мы могли бы опознать... Там. Окей. Я прыгнул. Которая всего 95. До вашего последнего встречи не было ничего. Уважаемые плюсы, ну ты что? Ой! Это панишится. Я нажимаю 4-4. Fuck yes! Это паниш. Дерьмо. Снова паниш. Блин, я так обрадовался, что попал 4 у 4, что забыл комбить после него. Жалко. А у вас что? Вот это что знает убойный анекдот. Может, один на один пару матчей, только я нубас. Ну, если хочешь, давай попробуем. Я не узнал. Ну а че они не уважают мои плюс 2, Йора? У меня же 8-фреймовый мид, ну как можно не уважать мои плюс 2? Боже, я так не хочу играть с Коталканом за Джеки. Ну ладно. Вот это отвратительный матчап. Джеки просто очень неприятно его играть. Просто потому, что у нее нет армор стартера. И у меня может быть плохой коннект, так как я пока в глуши. Блин, Трикстер, давай тогда не сегодня поиграем. Ну что будем делать? Ну ладно, это... Блин, не успел. Ладно, окей. Ой. Это паниш. Ну, видимо, да. А, черт. Nice.
Нет. Ой! Я все равно хочу прыгнуть. Да что такое? Я хочу. Нет, пожалуйста. Так, у меня опять не прокручивается чат. Да. Трикстер, давай, правда, не сегодня поиграем, потому что я, наверное, скоро заканчиваю. Наверное, еще так, совсем немножко. Давайте я сыграю пару матчей за Джакса. Пойду уже, наконец, поужинаю. А то время почти 9 часов вечера в Екатеринбурге. Но я не ужинаю еще до сих пор. Прости, Трикстер. Что я так тебя кидаю. Но обязательно добавь меня, если хочешь поиграть прямо сейчас. Вот там видно мой геймер тег, или как там, PSN. Да, каталкан был очень такой, как это сказать, нетипичный. Let's go. Yo, Кэсси. Ой, я там что-то намешал. Так, я, наверное, могу панишить Готчей. Всякие штуки, если надавить. Сейчас посмотрим, короче. И это борцуха. Ну, я сел же. О, найс. Интересно. О, там, да, там же и было на этой штуке. Невыразительно это мой Джакс себя ведет. Почему так плохо все? Почему не могу ничего конфермить? Почему не получается играть? В Караганде, Дима, Instant Ground Pound. В Караганде. Это
Aujourd'hui à la une, c'est la météo, W et O, on remplace les mots sur les pictos, les logos, sous les photos de A à Z dans le dico. De l'audio à la mille, on a nos W. Aaron Blanche, zéro sur la Nemo, même en euro. Comme à peine les pistes à l'oreille, quand ça les voyelles, ça fait. Sur mes lèvres, quand j'appelle à l'aide, même les Trickster добавляет свои друзья. Хорошо. Трикстер, я ж еще раз говорю тебе, ты, наверное, отходил, чтобы включить все, а я говорю тебе, что я заканчиваю играть, и мы с тобой сегодня не сыграем, извини. Так, а теперь вопросы. Но ты же умеешь его или не настолько он хорош, чтобы юзать? Ну вот ты видел, пару раз получилось. Ядрить бедный хитбокс. Так в этом же прелесть, Юра. В том, что можно нажимать кнопки так сильно, как тебе нравится. Я рассказывал, да, вчера про то, что я пугал тут противников на последнем турнире. Сори, Трикстер, прям мне очень неудобно, что так я тебя бросаю. Но это, надо поужинать мне. Вот, наверное, это будет последний ранкет. Сыграю я его за Джакса, конечно. Чё, я уже говорил, что я постараюсь завтра позвать кого-нибудь из русских файтеров, которые умеют играть. Возможно... Да, сори. Возможно, получится позвать Влади, который играет на Кейджа. Это игрок из Тюмени. Хорошо играет. Так. Мой сын, боюсь, он вообще слетает с катушек. Вроде неплохо играют, в среднем творятся все. Нет, всякие есть. Плохих игроков намного лучше, чем нормальных. Ну, в смысле, людей, которые играют в онлайн МКХ, намного больше и в PSN. Вот я, например, смотри. Ну, где ты один? Честное слово, я встаю каждый раз.
Интересно, меня там отдал, конечно. Блин, тяжело в онлайне блочить Таню. Я серьезно, я встаю на каждый этот оверхед. Стрёмный, Юр, стрёмный канает у нас. Видишь, он тоже не может ничего делать. Фаталити, как и другое фаталити у Тани. Так вот, постараюсь я завтра привести к себе на стрим кого-нибудь из людей, кто хорошо играет. Вот. Спасибо, что смотрели. Сегодня получилось вроде как чуть подольше, чем вчера. Я надеюсь, что завтра будет еще подольше. Играйте в файтинги. С недавних пор Nightmare в PSN. Нет, Юра, спасибо, с Nightmare я играть не буду. С Nightmare я играть не буду, потому что... Ну, то есть как, я, короче, уверен, что у него на... Вернее, не то, что я уверен, а судя по вчерашним играм с Кингушей, у него в PSN коннект лучше не стал. Вот. Это что за помойка? Так что... Ну, и плюс к тому, кто Nightmare, а кто я. Чего я буду... играть с чемпионом ESL, то как вообще, как с ним играть. Всегда, пожалуйста, Джула, приходи еще. Ладно, удачи, ребята, увидимся, когда увидимся. А почему ты не уезжаешь? Я служу...